Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре мне букс на Silver ADS, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов дают зарабатывать криптомонету Litecoin. Я проверила этот букс на вывод, все шикарно платит, зарегистрировалась я вчера. Регистрация наипростейшая. Прописываете имя, имейл, логин. Два раза пароль ставите галочку «Зарегистрироваться». После чего вам на почту придет письмо. Появится окошко. Нужно скопировать код и вставить как бы этот код. Вход по логину и паролю. Попадаем в кабинет. Значит, на балансе у меня вот такое количество лайткоинов. И я вчера выводила. Сейчас я вам покажу. Вчерашний вывод. Платит инстантом. Значит, вот Silver ADS. Я вот такое количество лайткоинов вчера вывела. 681 лайткоин. 30 апреля. Так, значит, минималка здесь вообще мизерная. И, как я сказала, платит инстантом. Значит, давайте по порядочку. Здесь наша как бы домашняя страничка, кабинет. Значит, дашборд, вывод, апгрейд, вкладочка баннеры. Находится наша реферальная ссылка, кому надо. Вот она. Ссылочка реферальная. Ну и баннеры, соответственно. Так, ну и здесь вот слева также меню. Домашняя страничка. Здесь нам это ничего не надо. Это сообщение. Апгрейд нам не надо. Депозит. Если вы хотите там, я не знаю, рекламировать, то можете посмотреть. Вкладочка «Вывод». Также вот как здесь, так и здесь в меню. Вывод на Faucet. Прежде чем выводить монеты, нужно зайти в персональные настройки. Обязательно заходим в персональные настройки. И вот здесь аватар, как бы, видим, да? Прописываем Faucet Pay, Litecoin, адрес. Заходите в кошелек, копируете адрес, вставляете сюда пароль действующий, что вы регистрировались, кликаете сохранить, после чего уже будет как бы можно будет выводить. Значит, давайте выведем сразу мои вот эти копейки. Кликаю Faucet Pay. Значит, и минималка на вывод, как видим, совсем мизер, 0.505. вот Faucet Pay кошелек. Далее, что у нас здесь? Вот здесь прописана сумма. Она уже по умолчанию стоит. Так, по-моему. Минимум. И сумма. Вот такая вот у меня как бы на балансе, да? Кликаю Submit. Все, видите, зелененьким загорелось. Давайте перевести на русский. Перевести. Ваш запрос на оплату был успешно отправлен. Ну, благодаря, да? Давайте перейдем на Faucet Pay. Это 30 апреля. Сегодня у нас 1 мая. Я обновляю страничку. Сейчас посмотрим вывод. Угу.
Вот видим, да? Silver ADS. И вот такое количество, сколько? 2876 Litecoin Satosh 1 мая. Согласитесь, шикарно, да? Так, все. Возвращаемся на домашнюю страничку. И мы тут баланс. Баланс мы по нулям. Так. И здесь история. Депозит, естественно, здесь не делаю. История вывода. И вот я вчера выводила 30 апреля. И сегодня. Так, а теперь по заработку. Ну, здесь основные моменты я вам показала. Апгрейд сами посмотрите. И он вам не надо, потому что здесь и так добро дают зарабатывать. Значит, домашняя, это реклама, рекламировать, это помощь. Здесь у нас что? Дашборд. Как бы это здесь такого ничего тоже нет. Главное, заработок, значит, VIP, ADS. Вот на просмотре сайтов мы будем собирать вот эти монетки наши. Вот здесь, как видим, неплохо. Давайте коротенькую какую-нибудь посмотрим. По 285 монет дают, да. Вот. Кликаем, нас перебрасывает на сайт, на страничку. Мы возвращаемся обратно. Идет таймер. Видим, все как в обычном боксе таком. Так, и убираем перевертыш. Все, выбрали. Следующая страничка. Возвращаемся. Опять идет таймер. И таким вот образом мы собираем монеты, как видим. Ничего сложного. Так, что у нас здесь? Китовца. Клосс. Все. Бонусы дают. Что-то мне вот это не дали собирать. А так здесь реклам не сильно много. И собрали, вывели, собрали, вывели. Далее что? Видео есть. На просмотре видео. Я вчера одно просмотрела. Еще одно видео. Видео идет 30 секунд. Кликайте. Ну, я не буду сейчас просматривать, чтобы не затягивать видео. Я думаю, вы сами разберетесь, потому как вот здесь кликните, вот сюда кликаете, просматриваете, вот здесь будет таймер 30 секунд. Внизу потом после отсчета вам скажут спасибо за просмотр. И кликаете возвратиться обратно, да, на синюю вкладочку. Далее на чем еще здесь зарафервал, если хотите. Есть кран, ну там очень много реклам, ну просто ужас. Сами понимаете, да, те, кто работает на кранах, там за счет рекламы идет доход у них. Вот можете идти на кран. Я один раз только на кране собрала и все. Так что я буду просто на рекламке и видео. Давайте посмотрим, сколько у меня баланс. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5. Минималка, как видим, уже и есть. Я вот только при вас просмотрела две рекламки. И уже минималка как бы есть на вывод. Вот не знаю, дадут мне второй раз вывести. Или раз в 24 часа, или без ограничений вывод. Сейчас посмотрим. Вот. Видим, да, вот такое количество монет у меня набран. Только что при вас. Ну, дадут хорошо, не дадут, значит, я выведу завтра. Давайте еще раз, так как минималка есть, да, попробуем вывести. Я кликаю. Вывелось, видите, зелененьким загорелось. Давайте пойдем еще на Faucet Pay. И я вот при вас, без пауз, без ничего. Сейчас мы посмотрим вывод. Отличный бокс. Я, конечно, здесь задержусь и задержусь
буду работать до последнего. Ну да, видим Silver ADS. Как бы вот мои монеты. 1 мая. Все шикарно платит. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.